сперли гуся. Да хватит тебе сперли. Подарили нам индогуся. Коричневого. Вован. Жене черных, пестрых и белых мало. У нее вот вован теперь есть. Скорее, коричневый. Ручной вован. Запускай вована. Вован в шоке, он в машине полчаса ехал. Сказали, что вместе их нельзя сажать с другой семьей. Они драться будут. Он огромный, с ней, да? Да. Вован он уже обновил у нас тут. Девочку назовем. Знаю. Это брала жена у тех мужиков, вот подруга. Вовану теперь. Вовану будет подруга. Лень. У них любовь уже, да? Они нас стесняются. Все, уходим, давай. Что-то ему говорит. Ё-моё, что ты? Нормальная девка? Тебе нравится? Лень, она ест, просыпает, а он подбирает. Жена говорит, индоутка начинает садиться на гнездо, он пух свой трясет, выщипывает. Она из себя выщипывает, да? Да, потом будет много-много. И какой-то, говорит, вон та вон серенькая, какой-то, говорит, странный звук издает. Она пищит так.